Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Light Beers. Это первый взгляд от канала AlexPlan. Здесь на вашу поддержку, лайки и комментарии. В общем, в этой игре будет маньяк и выживший. Выжившие это будут милые мишки, а маньяков вроде как очень много, я слышал. И это будет интересно, ребятки. Ну что ж, let's go, начинаем. О, ребятки, тут будет много монстров. Смотрите, акула. Это кто такой летающий? Пират какой-то. Класс, смотрите, это хэллоуинский монстр. Это чумной монстр. Офигеть. Боже мой, как же их много. Это что еще такое? Просто какая-то черная дыра. Вау, это чемоданный монстр. Офигеть, ребят, это паук. Голова какая-то. Это рука. Ху-ху-ху. Это слендермен, похоже, да? Офигеть. Ну все, ребят, я думаю, будет еще куча монстров. Оп, ребят, это первый раунд. За мной уже гонится. Какого черта? Валим. А-а-а! Нет, я упал. Вставай. Где эта сущность? Черная, вон она. Она заметила меня. Ребята, твою ж мать. Она сейчас меня съест. Давай, быстрее. Почему она со мной бежит? Нам надо убежать, нам надо дотянуть. Протерпеть. Я могу прятаться в предметах, по-моему. Это что такое? Телепорт? Отлично. Отлично, ребят. Куда прятаться мне? Где она? Вон она. Вон, она, по-моему, не за мной поползла. Боже мой, что это такое? О, она заразила кого-то, нет? Где эта сущность? В общем, надо здесь прятаться, ребят. Убегать от монстра вверху. Можно заметить время. Когда время закончится, все, я спрятался. Когда время закончится, откроется портал, мы должны будем в него попасть, и мы победим. Вот, как-то так. В общем, в принципе, довольно-таки все просто и легко. А на время мне дают щит? На небольшое время, на секунду, на две, чтобы я мог убежать. Где это? Где эта сущность? Так, а тут я могу прятаться? А, да, я могу прятаться. Ой-ой, а как выйти? Я в любое время могу выйти. Валим! Нет! Какого? Помогите, ребята, помогите, пожалуйста. Ну, кто-нибудь. Да, ё-моё. Меня спасли, отлично. Спасибо, бро. Большое спасибо тебе. Где это? Где оно? Валим. Оно рядом со мной, кажется. Оно не заметило меня. Оно тут было только что. Нет. Где она? Ой. Где? Поймала. Ну теперь точно мне хана. Меня опять спасли. Спасибо. Надо убежать. Где выход? Давай, вставай. Быстрей. У-ху! Да, ребят, победа. Отлично. Мы справились. А еще не все. То есть мы сбежали. Все сбежали, отлично. Одного, кажется, поймали только. Неплохо, ребят. Для первого раза. Довольно-таки веселая игра. Я думаю, тут, наверное, не один режим, да? Мы обязательно, ребята, ознакомимся. Отлично. А, это опыт у меня растет, да? У меня изначально 5-й был. Скоро 6-й будет. О, нифига себе колбасит, смотрите. Так, это, видимо, карты. Можем следующую карту выбрать, да? Какую-нибудь, любую. Так, ну понятно, посмотрим. О, это что такое? Это монстр? Это я буду монстром, что ли? Ёлки-палки, что это такое? Нет, я не монстр, я вроде обычный. Я обычный, да, ребят. Бог ты мой. Где это я? Куда я попал? Так, вот в таких мишках можно прятаться, ребят. Если маньяк будет рядом, мы хоба. Все, мы спрятались. Мы спрятались. Возможно, он где-то здесь сейчас находится. Может немножко отсидеться, потом вылезти и удрать.
Где он? Он за мной! Он, кажется, со мной бежит! О! Ай! Он сзади меня! Сзади! 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 Быстрее! Я спрятался! Что такое? Что происходит? Где я? Кого-то поймали, я не понимаю, где, где, где? Бро! Бро, я не знаю, где ты! А, все, его поймали, вон, я видел его силуэт, я сразу не понял, что надо делать. Щет-щет-щет! Все, я спрятался, вон он, вон он! Он следит за мной! Он следит, ребят, за мной! Все, мне хана, мне точно хана! Я могу немножко отсидеться? Он заметил меня, он заметил меня! Капец. Уходим, 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 уходим. А, меня поймали. А мне больше некому спасать. Все, я был последним, мне некого. Некому было спасать. Так, о, смотрите, какая луна прикольная. А, в общем, нужно будет изучать эту игрушечку, она явно интересна. О, это что такое, ребятки? Какая-то аномалия. Классно. А, мало на сервере игроков. О, это новый монстр, смотрите какой. Такого мы не видели. No. Где он? А, он где-то здесь. Он бежит за мной. Я в каком-то лесу нахожусь. Ой, страшно как. Телепорт. Чет. Спасай меня. Почему меня не спасает? Он двоих сразу поймал. Меня спасли! Быстрей, быстрей, быстрей! Я почти рядом! Я не успел! Я не успел дойти! Ну же, ну же, ну же! Спас! Он меня спас! Отлично! Уходим, уходим! Так. Надо до другого места добежать. Может, телепорт найдем какой-нибудь? Я здесь! Он не успел поймать меня! Он не успел поймать. Надо немножко отсидеться. Боже мой! Надо просто продержаться, просто продержаться. Сейчас резко бежим, резко, 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 резко. Раз, два, три. Валим, 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 валим. Телепорт! Телепорт! Да блин! Черт возьми! А, все, нас двоих поймали. My shadow consumes all. Блин, это сложно, это капец, как сложно. Раунды вообще очень короткие, минуту-две идут и все. Но веселая игра, ребят, надо будет ее изучать. Пишите в комментариях, давайте советы, ребят, обязательно будет больше серий. Оу-воу-воу, ребятки, теперь я буду маньяком. Ничего себе. Давайте поиграем за маньяка. Прикольно. Я рукой играю. У меня есть разные способности. А, есть shift. Они, наверное, подсвечиваются, да, у меня? Ой, там кто-то есть. Ой-ой-ой, кто это такой? Ух ты, нифига себе. Нифига себе, я что умею? Я могу телепортироваться сразу. Скачок, рывок делать. Прикольно. Иди сюда. Так, так, так. Я еще не очень умею им играть. Слушай, ну маньякам прикольно играть. Бежим, бежим, бежим. Он подпрыгнул. Ничего себе, они летают, я так не умею. А, я могу телепорты их не убирать. Окей. Ням-ням, съел. Так, один есть. Ням-н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 ям
А вон еще двое. Так, я, получается, в результате одного, да, поймал? Вон еще один. Надо просто коснуться. Бу-бу! А, все, я его поймал, отлично. Вон, вижу другого. Надо телепортироваться. Not so fast, you. Где ты, где ты, где ты? Вон он. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. А вот, у меня помощники теперь есть. Где он, где он, где он? Теперь мне помогают. Так, бежим, бежим, бежим. Не, ну нам намного проще играть. Я также могу прыгать, да?
Он долго будет убегать? А я могу прыгать. Окей. Где он? Где он? Где он? Так, вот, отлично. Он спрятался. Он, по-моему, здесь. Так. Где-то здесь, да? Бу-бум! Слушай, ну в лесу очень сложно прыгать. Быстрее, он последний остался. Я его не догоню, просто не догоню. Где он? Как он так летает? Ну все, я не залезу туда. Надо по деревьям тут лазить. Да, тут смысл по деревьям лазить. Где он? Так, ну один точно убежит. Ой, куда меня откинуло? Да где же он? Вон он. Не попал. Один сбежал. Слушай, ну прикольно. Какой-то знак. Я могу блокировать всякие телепорты ихние, да? 8 секунд осталось. 5, 4, 3, 2. Подожди, он не успел что ли сбежать? Я не понял. Он не успел сбежать? Вин, победа, отличненько, отлично, ребят. Великолепно, блистательно. А в конце можно попереписываться даже. О, ребятки, я так понимаю, мы будем на этой карте играть. Смотрите, какая она классная. Есть где спрятаться? Есть где помансить? Ну что же, начинаем? Я могу монстра выбрать любого, ничего себе. Я акулу хочу, давайте за акулу поиграем. Ой. Бу-бу-бу-бу-бум, get in my mouth. Бу-бу-бу-бу-бум. Эй! Я как бы под водой плаваю, понятно. Что еще могу? Я могу ускоряться. Могу ускоряться, отлично. Так, вниз лучше не падать, да? Нифига себе вид какой! Вот это прикольно, мне нравится. Где они? Где вы? Где вы, мои сладкие? Выходите, я проголодался. Но это временно, я временно могу так ускоряться, да? В таком виде. Ну, давайте посмотрим вас. А это мои телепорты, наверное, красные, да? Я куда-то телепортнулся, я ничего не понимаю. Где Миша-то? Мишутки, выходите. Вон он. Давай. Отлично! Я съел одного. А все. Ну, в общем, на этом сервере, ребятки, никого нету. Давайте другие лучше серверы посмотрим. Ну, не знаю, ребят. Пишите в комментариях, как вам понравилась игра, не понравилась. Если вам игра понравится, то будем чаще снимать видеоролики на нее. Тут, ребятки, также много карт, но почему-то онлайн плохой. Какие-то руины. Далее, зимняя локация. Вот тут бы я хотел поиграть. Идем дальше. Здесь мы были. Темный лес, да, дьявольский такой. Тут мы тоже были в какой-то пирамиде. Идем дальше. Какая-то ночная карта есть. На замке, да? Отлично. Это у нас что такое? Это тоже мы в замке каком-то. Так, Nexus, это последняя игра, где мы были. Так. Ой, песчаная такая карта. Что там у нас дальше? Это где-то в склепе мы будем. Ну-ка. Карт реально очень много. Какой-то грибной, сказочная карта. Грибные дома. Слушай, ну прикольно. Там еще есть, нифига себе, карт очень много, ребятки. Очень много карт. Ух ты, библиотека какая-то есть. Ну, разработчики постарались и сделали много карт. Жалко, в игру мало кто играет. Почему-то я вообще онлайна не могу найти. Может быть, надо сошариться, может быть, сервера там надо будет поискать. Ну, в общем, я разберусь еще в игре. Это какие-то тропики. И в конце у нас город, в конце город, ребятки. Ну что ж, давайте будем прощаться. С вами был канал AlexPlay. Замечательная игрушка, надеюсь, мы с вами еще вернемся.
А можно вот быть хостом, можно присоединиться к серверу. Ну вот видите, один сервер только доступен. Вот я обновляю, ну ничего. Там только один человек играет. Все, никого нет. Я заходил, был какой-то сервер, там было 15 человек. А, 14 человек было, но я туда не мог попасть. В общем, попал там хотя бы где 4 было. Так бы вообще бы вам ничего не снял. В общем, спасибо за просмотр, ребят. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Еще будет много разных игрушечек, обязательно.